В промзону пойдешь? А что там делать в этой промзоне? Денежку тебе заработать. Не, ну пойдем, я, ну только если это не разводняк какой-то. Я просто на заводе не работал до этого. Ну что, мой брат и заводчанин, будем работать. Давай. Улетело, меня чуть не убило. Тут никаких правил, техники безопасности нету. Сколько? 100. Примерно. 100. Работать мало. Работать. Да я что против, я только за. 2000 баксов, да нахуй вы мне нужны, блядь, я пойду домой. Не, друг, я тебе дам совет. Нужен стартовый капитал 5000, а дальше просто закрываешь ворота и потихоньку варишь вот этот нудный, скучный геймплей, переносишь. Вот эти ваши мутные херня, типа, купи франшизу по производству грибов, блядь. Для грибобаса. Не-не-не, это все работает. Да от работает. Я уже 2000, я, блядь, за день столько никогда не получал. Пошлите, я вам покажу способ нового заработка. Вспоминайте, пожалуйста, дорогу. Тут несколько раз с комплекса пройдетесь и запомните дорогу. Ебать, я как будто в украинский метрополитен киевский спустился. Жирный, не лезь в вентиляцию, ты там застрянешь. Да, я уже полез. О, меня уже не остановить. Все, балдил. Залез, пошли. Бля, подожди, меня чуть нахуй не зажало. Сергей Ус, небоскребус, подожди тут, сейчас. Я не хочу с этим нихером один на один, блядь, оставаться. Ой, ебать, нихуя себе. Ебать, героин. Ты где? Ща, я героин покупаю, крэк. А я нам купил уже по пистолету, ну ладно. Там я ж этот, я ж боксер, блядь, я могу кулаками, есть сила, нахуй. Там лифт, нет, ребят, откат. Вот сюда. Там лифт едет, если там моговец, мы навряд ли вытащим. Бля, какой ужас, куда ты меня завел, нахуй? Я лучше на заводе работал, блядь. Шо, все, мы едем домой, да? Я извиняюсь, нахуй нам это слизь. Желе, пойдем отсюда. Бля, братан, у тебя вообще, блядь, вместо башка рыба. Ну вот меня пощекоти, пожалуйста. Щекоти. Блядь, вы чем занимаетесь, придурки? Она лечит, оно лечить до 800 хп. Не надо, желешка, он не со зла. Я не понимаю, меня, ну пощекочи меня, хули, я как бы ко всему открыт. Шухер! Я не, блядь, да чё? Шухер. Здорово, мужики. Ебать, там пошло в пизду. А вы кто ещё такой? Ты зря попался, да? Блядь. Блядь, доверяй так долбоёбам, нахуй, с лисей башкой. Лицом к стене, быстро. Да где тут стена-то, блядь? Будем проверять вас на наличие нелегальных предметов. И в случае нахождения будем изымать и кидать вас в карт. За контрабанду. Блять, у меня в кармане ерыч. Поздравляю. Вот этих двоих черного и в шапке отпустить, а вот этого в серой шапке. Сейчас мы им займемся отдельно. А, в серой шапке. Да за что? Да все ты серый, типа, понимаешь, ты между... У меня жопа... Это что за дворник, блядь? СБ, открой дверь! Тебя в карцер, да? Я не хочу к этому допиву, блядь, заходить. Сейчас будем проводить допрос, как говорится. Давайте, я буду все подписывать вообще. Определенные источники в нашей сети говорят то, что вы готовили бунт. Короче, это не я готовил бунт, это он чел, который с лопатой прибежал и вашего моговца, блядь, в землю вбил, как колышек. Извиняюсь, но я уверяю вас, что вы врете. Ну, у меня с оружия только, блядь, кулаки. Ну, кулаки вам при жизни даны? Ну, я такой, я одаренный. Ну, мы можем договориться, да, я понимаю. Нет, вы со мной не сможете договориться, так как я верховный командующий сил СБ. Нихуя себе. Ну, я уж извиняюсь, я просто в погонах не разбираюсь. Можете, ну, ведь я амнезиак, получается, что все недавние события подготовки бунта. Да я только помню, как человека поебало ударили лопатой. Слишком много знаете, понимаете? Для нас это слишком много. Ну, лопата — это опасная херня, я согласен. Ну, вообще-то нужно было внутримышечно, ну и хуй с ним. Ничего страшного, если умрете, то, ну, вы там подписывали документ. Да-да, я так понимаю, моим родителям будет машина. Там, что-нибудь чувствуете? Не... Дураком себя чувствую, в принципе. Вот эта хуйня только справа, по-моему, ничего не чувствует. Вот в эту камеру. Угу. Вы там отдыхаете пока, набираете сил. Бля, ну и влип я в хуйню. Ну я не знаю, я смогу открыть? Я запер. У вас же пятый. Ну, командир, я вас охуенными историями тут до смерти заебу. Я могу дверь выбить спокойно. О, я бы посмотрел. По-моему, план говно. Уверен? Ну пока да. А может лучше стекло? Стекло не выбьется, оно поле не пробиваем. А вот эта хуйня пробиваемая, да? Да.
Ну я вижу. Бля, всем селом, бля, открывали. Сука, не выбить нахуй. Агент-подавитель, внедрение, можешь прийти в это, в камеру содержания, которая рядом с этим, с суккубом? Я заперся, блядь. Ну так отопрись. Так, не... прикол этой камеры в том, что тут не втыкается, блядь, эта карта. Что, все на нее должен втыкать? Ну зато мне не скучно, в принципе, мое желание выполнено. Открой дверь, пожалуйста. О, слава яйцам. Блядь, я застрял. Эй, командир, я застрял. Блять. Мне чуть не заживало нахуй. Дай позвонить. Другу. Там труба. Присаживайтесь на диванчик тогда, да. На диванчик присаживайтесь. Да, спасибо. Нам требуется ваша помощь, выразимся так. Капа. Я почитал ваше досье, которое нам предоставил архив, и в нем достаточно хорошая история о вас, поэтому я хотел предложить вам работать на нас. В общем-то, нам требуется, чтобы вы доносили нам о всем, что будет происходить в блоке Д. Ага, то есть вот какое досье, что я на крысичах, что я мышь. На фоне остальных сотрудников класса Д вы самый чистый перед законом. Ну да, есть такое. Митинги, не знаю, восстания и так далее, все обязательно сразу же докладывать командиру СБ. Да, как вот это маски не носят, когда люди, когда собираются два или больше человек, да, они санкционированы, да, да, без подписи 35 форм бумажек, знают, проходили. Да, вот в общем, смотрите, нам требуется один хотя бы сотрудник службы внедрения, да. Нихуя себе, как ты это делаешь, колдун. Магия. Пиздец, он вообще неотличим от D-класса. Типичный шоха. А, да, для того, чтобы меня не подозревали во всяких плохих делах, лучше уебите меня, чтобы все натурально было. Ну что, готово? Да, давай, ебаш. Вас, скорее всего, тоже придется немножко побить. Да хори, блядь. Тут мне нихуя не останется скоро. Для контакта с нашим агентом, ну, произнесите кодовую фразу. А вопрос, кто мы? А ответ андатры. Шо? Бля, хуйня какая-то. Давайте лучше слово полианьица. Нет. Извиняюсь, это. Блять, по-моему. Нет, по-моему, не надо такое. Ни за шо повязали, суки! Не суйте. Я хорошо играю? Для актерского театра детского сада пойдет. Заебись. До класса больше не надо. Мы сало кушаем, отвали. Ты охерел там, а ну иди сюда. Ебать, котяра, нихуя себе, блять, 20 килограмм, а? Он меня чуть не съел, блядь. Блядь, обратно эта хуйня сюда идет. Пизда тебе. Ебашь ее. Все, делай шавуху. О, Галек, привет. Выворачивай карманы. Мы тут смотрели на зоне. Нет. Да, выворачивай, блядь. Там закрылись. О, нихуя себе, блядь, у него монтировка, он ржет. Найс. Нахуй ты спалился? Спасибо, тут, блядь, негр с монтировкой обезумел. О, старые друзья. Сергей, зайди, мы тебя бросили. У меня там, вообще-то, мои информаторы кое-какие есть, как бы мне нужно с ними встретиться. А что за информаторы? Я не могу пока что не говорить, там, типа, есть два человека. Таких мутных типа. Это повары? Нет, не повары. Okay. Скоро буду. Д-класс, минуточку внимания. Блять, сотрудники. Ой, класс... ребята, что хуя? Начальник, блять. Отпустите Д-2-3, отпусти его, нам нужен еще. Эй, ебланы, вы где? Я хлебушек решил спиздить, извините, мистер робот. Я вас тут оставлю. Зажми букву С. Выйдите, и там, пожалуйста, отключите приемы. Я тут свой. А, блядь, мне таких пиздов после ваших выкрутасов выписали, понимаешь? Сколько ты заработал на... Я нисколько не заработал, я только пизды заработал, блядь. Таких люлей нахуй отвесили, пиздец. Я что хотел спросить, а типа, шо по муткам мы не будем съябывать или как? Муткам, ну по муткам можно, но немного попозже. Сейчас я ему объясню, как готовить, а потом вместе пойдем, поваришь, я тебе все объясню. Окей. Так выразимся, интимный диалог, идемте. Да-да, обратно бить меня будешь, фондовская зараза. Да, я тебя опять буду бить. Я никого не сдам, мгазь. Понял. Я готов любые пиздели выдерживать, только не сдать моих братьев. Все, ты развязывай меня, заебал. Сейчас я тебе дам листочек, бумажку, ручку, да? Да, еще буду такие заявы катать, вы охуеть. Да. Короче, есть такой
мужик мутный, у него еще вместо ебала лисичья морда. А с ним тоже второй мутный чел, ага. Квас-Кваски называется. А я точно вспомнил имя, Глеб. Сладкий Квас-Кваски, они работают, этом пиццу делают. Они, короче, там такие предатели, у нее этот за хаос этот ваш, поняли, пытались что-то подорвать. Понял. Захватим, все, спасибо, все. Спасибо. И командиру все это передам. Да, еще, в общем-то, смотрите, как я обещал вам, вот первая оплата. Да, сикока. Ой, не то, простите. Да, 500 баксов как-то мало. Не-не, просто не то. Вот 1500 пока что, потом будет больше увеличиваться. Да ладно, давай, побежал, наверное, я уже записал, так сказать, целый день, целую серию, законченную уже. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчик, и комменты обязательно.